Привет! Вы на канале Team Beat и Маша! Сегодня у нас челлендж! Да! Привет, друзья! Да, сегодня у нас интереснейшая игра Don't Buzz the Wire, что означает «Не трогай провод». У нас, наверное, в этой игре есть какие-то провода, которые нельзя трогать, потому что они будут издавать какой-то страшный противный звук. Вот здесь нарисовано «баз-баз-баз». Видите? Ну что, будем открывать? Да. Отлично. Итак, ну что, посмотрим, что у нас здесь есть? Да. Давайте смотреть. У нас есть вот такая вот установка. Здесь ставятся батарейки. Здесь есть вот такой крючок. Он железный. Так, что у вас в руках, дети? Провода. У нас есть вот такие провода-лабиринты. И они тоже железные. И по идее их надо устанавливать вот сюда в установку. Эту. Так, сейчас будем пробовать. Я могу. Ты можешь? А ну давай, держи. Ты один вставляй, а я второй. Давай. Опачки. Так, вот у нас вот такой лабиринт-провод получился. Угу. И теперь смотрите, что надо делать. Надо включить вот эту установочку. Так. И давайте попробуем дотронуться до этого провода. Угу. Ой! Вы слышите этот звук? Фу, какой противный звук! Ой! Ужасно радостный звук, да? Прям режет, уши режет, да? Теперь смотрите, в чем заключается игра. Вы должны вот этим вот крючком провести через весь лабиринт и не дотронуться. Если вы дотронетесь, мы считаем, сколько раз вы дотронетесь. Ай, какой противный звук. Фу. Сколько, кто больше дотронется, тот и проиграл. Да. Да? Ну что, будем пробовать? Да. Кто первый на дзинь-дзинь-цок? Дзинь-дзинь-цок. Я. Давай. Итак, тишина. Будем слушать, сколько раз дотронется Тима. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Что не получается? Уже восемь у Тимофея. Девять, десять, одиннадцать. Еще тянем. Тишина такая. А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Все, 17 раз Тимофей дотронулся. Ну, Маша, ты должна дотронуться меньше раз, чтобы вот этот звук не резал уши. А ну, давай. Поехали. Тихонечко тянем, тянем, тянем. Пока мисс у Маши все получается. Раз. Три. Два. Три. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Тишина. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Тима победил, у него всего 17 раз, а у Маши 22 раза. Ну, в этот раз не получилось. Но в этом деле нужна сноровка, понимаешь? Если очень долго тренироваться, обязательно получится. А давайте выберем какую-то другую. Смотрите, у нас еще есть вот такие. Есть... А как бабочка вот такая какая-то летящая. Это американские горки. Это американские горки. А мне она больше бабочку напоминает. А это какого-то там робота какого-то напоминает. А ну мне что? Это напоминает на какую-то шину. А давайте попробуем вот это. Она легче. Легче? Да, вот это вот легче, которая как бабочка. Давайте посмотрим, кто выиграет в бабочке. Угу. Да? Так, меняем. А так на джин-джин-цок. Меняем. Сначала давайте менять. Тимофей, помогай мне снимать. Маша тоже помогай. Ого! Да она не так просто и снимается. Тяжело, да? Да.
А ну давай еще раз снимем. Итак, Тимофей, приготовился? Да. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, одиннадцать. Поехали, поехали, поехали. Пока, Тима. 12, 13, 14, 15. 15 раз Тима дотронулся. Ну, Маша, у тебя есть шанс победить Тиму. Давай, старайся. Машуль, ну что, готова? Давай, принимаем вызов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ура! Маша в этом раунде победила! Один-один. Класс! Ну что, последний раунд? Давайте, последний раунд. Вот этот, похожий на, не знаю, на робота какого-то, да? Не, он похож на какой-то механический провод. На механический провод? Или на какого-то непонятного зайца. На зайца? Да. Ну да, вот это как уши. Смотрите, какая у Маши фантазия, да? Так, Тимофей, помогай мне поставить эту штучку. Так, получается? Да. Получается. Ну что, кто теперь первый? Я. Тима, давай. Поехали. Раз, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Аккуратно, 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 Тимофей, аккуратно. Аккуратно, пауза. Давай, давай, давай. Одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Нет. Все, 20. У Тимы 20 ошибок. Посмотрим, сколько будет у Маши. Поехали, Маша. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, аккуратно, аккуратно, 18. Не спеши. 19. 20. Маш, ну у тебя 20 ошибок. И у Тимы 20 ошибок. Ну что, ничья? Дети, я удивляюсь, как у вас в этой игре получилась ничья. Понравилось? Да. Будете электриками теперь? Да. Да. Понравилась вам эта игра? Ставьте лайк и подписывайтесь на канал Тимбиты. И Маша! Пока-пока!